О новой площадке во дворе жители дома 147А по Новосадовой мечтали давно. Старая пришла в негодность. Мечта стала возможна благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Жители проголосовали за территорию и вместе с районной администрацией и подрядчиками составили дизайн-проект. Весной здесь закипела работа. По условиям муниципального контракта работы по программе «Комфортная городская среда» у нас начались с 20 апреля на конкретно данной территории в 20-х числах мая. Работы выполнены практически уже процентов на 60. Осталась установка малых архитектурных форм, детской игровой площадки и установка резинового покрытия. На сегодняшний день мы разобрали старое покрытие, которое здесь с советских времен было, старая детская площадка, уже небезопасное детское игровое оборудование. Установили новые тротуары, подходы лестничные из плиточного покрытия. То есть эти работы на 100% завершены. На территории уже установили фонари, что очень радует жителей. Говорят, раньше площадка погружалась во тьму. Выложили тротуарную плитку, сделали лестницу. По периметру двора скоро появятся лавочки и урны, разобьют клумбы. На детской площадке установят качели-гнездо, песочницу, теннисный стол. А главное, сделают безопасное для детей мягкое покрытие. Подрядчик обещает завершить работу уже до конца месяца. Площадка, которая была здесь, она, скажем так, морально и физически устарела. Благодарим администрацию и всех лиц, кто принимал участие и был заинтересован и продвигал проект. В промышленном районе Самары в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году ремонтируют 11 территорий. На Нововокзальной, Старозагора, Силино, Ташкентской, Фадеева, Кирова. По условиям контракта все работы будут завершены до 31 августа. Всего в областном центре новый облик этим летом получит более 55 дворов. Благоустройство территории возможно только при активном участии жителей. Именно они решают, как будет выглядеть обновленный двор. Виктория Шарая, Максим Гусев. События.